Привет автомобилистам! Сегодня покажу спринтер. Только вот приехал, 15-й год, на автомате. Цена 16 800. Вот есть вот эти вот туманки. Резина зима. Вперед, зад. Сейчас расскажу, покажу. 313 на автомате. Последние автомобили идут 13 и даже заказывают чему-то 313. Вот двери такой фанере, ощущается такой вес немножко, мне кажется. Вот состояние арок. Вот автомобиль из Голландии. Голландская влагостойкая. Сейчас мы посмотрим. Примерзла дверь. Не хочу рвать. Так, подогрев сидений. Старт-стоп. Навигация неактивная. Так, мультируль. Сейчас мы поднимем капот, послушаем. Вот сегодня утром снимал этот синий. Пока снимал, подошли люди, сразу купили, только выехал автомобиль. Есть регулировка руля. ВИН-код. Полный вес 3500. Так. Камера. Все работает. Большой плафон. Круиз. Вот сегодня автомобиль, напомню, цена 16 800. Вот есть выбор автомобилей: Макси База на автомате, 16-й год, Крафтер, 14-й год. Есть выбор автомобилей большой и постоянный. Всем пока, ребята, и до новых встреч на канале.